Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту коммунальной аварии в Бадамбийском районе. Напомню, после прорыва водопровода в поселке Артемовский более десятка домов остались без теплоснабжения. Накануне там был введен режим ЧС. Из-за перепада температур в нескольких квартирах лопнули радиаторы. Некоторым жильцам пришлось переселяться в пункты временного размещения. Как сообщают в правоохранительных органах, причиной случившегося могла послужить халатность должностных лиц. Возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Это халатность и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящее время следователи Следственного комитета выясняют все обстоятельства произошедшего. Допрашиваются должностные лица администрации муниципального образования, а также руководство теплоснабжающей организации. Ситуация находится на контроле у губернатора. Как сообщает Игорь Кобзев в своем телеграм-канале, на устранение поломки может потребоваться около недели. Отметим, что сейчас, бодайбо, столбик термометра опустился ниже минус 30 градусов по Цельсию.